называется новогодняя. Не потому, что мы глупы, совсем не потому, что мы умны, скорее, вопреки. Никто из нас жить не хотел счастливее и лучше. Удачи, кто не предан и сердце, и души. А год прошел, то день, то ночь, то проводы, то встречи. И что теперь произойдет, известно наперед. В 12 ровно в дом войдет величество и вечность, и стрелки вековых часов на год переведет. Но если, Господи, нельзя порядок сей нарушить, мы лаской встретим Новый год, ты только вразуми, как с прошлым будущность связать, чтоб маленькое ушко мгновенье.